initialize sequence. We're now in the approach phase. Everything looking good. Финал – это самый важный матч сезона, и здесь мелочей не бывает. Ничего не должно отвлекать. В сумке на выезд только самые нужные вещи. Паспорт. Игровая форма, так как мы летаем обычными рейсами, и есть вероятность, что наш багаж может не прийти. Вот игровая форма. И, пожалуй, все. Так, от сумки. Мои игровые кроссовки, которые очень нужны мне, потому что без них будет очень сложно на площадке. Тапочки. Ну, в принципе, все. Чистые трусямбочки, шорты, ходить по гостинице и тренировочная форма. Игра – это как праздник, и форма должна быть чистой, не мятой, чтобы было приятно выходить самому в ней играть, и чтобы зрители со стороны видели то, что мы опрятные ребята. А после игры можно и халатик потом надеть. Мои игровые кроссовки. Лучше их поставить подальше от кровати, потому что все-таки плей-офф очень долгий, и играешь в одних кроссовках, дабы не спугнуть удачу. Баскетболисту нужна хорошая кровать, чтобы отдохнуть перед игрой, потому что это очень важный фактор. Кому-то нужна кровать пожестче, кому-то помягче. Мне, в принципе, без разницы. Главное, чтобы не было спинки и можно было растянуться или лечь, поспать звездой. Перед игрой всегда отключаю телефон, чтобы ничто меня не отвлекало, не отвечаю ни на звонки, ни на смс, а перечитываю скаутинг соперника. В финале сложно удивить чем-то тактически соперника. ЦСКА нас хорошо знает, да и мы изучили их очень хорошо. Поэтому в финальных играх на первый план выходит желание и характер. На финал каждый игрок Нижнего Новгорода взял огромный запас сил, желания и энергии. Это наш первый финал, и мы не будем себя жалеть и экономить силы. Вперед за Нижний. Мне пора отдыхать перед финалом, ну а вам пора, наверное, сваливать отсюда, готовить этот сюжет к выпуску. Вперед за Нижний. Увидимся на баскетболе. Initialize sequence. We're now in the approach phase. Everything looking